недавно играл в «Мафию», и, короче, Оида первая речь. А всем привет, ребята, короче, я там начал как будто бы летсплей записывать. Я такой, нулевой круг, братан, ты можешь так жестко не палиться. Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова я, Демастер. В общем-то, дорогие друзья, у нас сегодня кастинг на Бравл Старс. Пришло не так много людей, у нас сейчас на сервере всего 107 человек, поэтому я подумал, у нас так было много серий кастинга с голосом недавно, поэтому из этого всего я, наверное, сделаю, может быть, одну, может быть, две серии. Посмотрим, если первая серия выйдет на 50 минут и больше, то я, наверное, разделю ее на две. Если она выйдет на 40 минут, то, может, выложу ее одной серии. На 35-40 минут это будет всего одна серия. В общем-то, сегодня у нас кастинг на актеров Бравл, именно тех, кто приходит с утра. Ну, блин, к сожалению, так дотянулось, что уже 14:30. Вот, там было не готово, потом у меня вот еще были дела в реальной жизни. И в итоге только 14:30 начинаем, потом тем, кто дождался, дотерпел. Всем привет, значит, всем здорово. Ну, вам не нужно ничего отвечать ни в коем случае, да. Короче, как сейчас будет проходить кастинг? Я буду вызывать себе примерно по 10 человек, плюс-минус по 10 человек себе. Из них буду выбирать 2-3, может, 4 человек, кто быстро написали. То есть я буду диктовать им текст, они его пишут. Кто быстрее пишет, тот, короче, молодец. И самое главное, не только написать самым быстро, но еще и правильно. То есть, естественно, и чтобы красиво смотрелось. То есть, чтобы я понимал, что вы не просто так вот на клавиатуре вот так вот сделали, а именно, ну, действительно умеете писать и все такое. Это первое. Дальше, после того, как мы отберем несколько таких людей, устроим полуфинал, и уже те, кто в полуфинале покажут себя нормально, симпровизируют и так далее, пройдут точно уже в актеры. Нам актеры в Бравл Старс нужны. Вот, это стопудово так. Давайте начну отбирать уже первых 10 ребяток для этого. Короче, кого выбрал, встает на зеленую полосу. Встаньте все, посмотрите все на меня все посмотрите. Так, Онли, свали отсюда. Смотрите, чтобы другие не писали в чат лишний. Там они бывают, некоторые тексты писывают такие этот. За... скажи мне. Ну, типа, когда пишут это время с этими чуваками. На меня, слава богу, стоит мод, который отображает таблички сверху, кто-то пишет в чат. Поэтому, если вы напишите, то я сразу увижу, что вы написали. Поэтому лучше, наверное, как-нибудь вот так вот было бы сделать, чтобы я больше обзор бы был. Ну, ладно. Давайте сюда на меня смотрим. Короче, все вы готовы, просто кивните, если готовы. Просто так вот кивните, если готовы. Так, все готовы, все меня слышат. Все, все меня слышат, точно в этом уверен. Ну что ж. Текст будет таким. Привет, Эль Прима. Я слышал, ты отличный боец. Погнали, смахнемся на арене. О, нифига себе, там что-то прям хорошо написали. Прям хорошо. Этот Марио Зайт уже проходит, мне нравится. Прямо очень круто написал. Марио Зайт, выходи сюда. Прям вот остальные еще не закончили, а он прямо очень быстро написал, еще и грамотно все написал. Вот, так, ну то и дальше. Потом дальше написал Mass Ross Craft Play. Привет, Эль Прима, погнали, смахнемся на арене. Ну, это не совсем точно. Привет, Эль Прима, я слышал, ты хороший боец, го, смахнемся в бою. Ну, тут перепутал. Вместо погнали написал го, вместо на арене в бою. Такое, привет, Эль Прима, я слышал, ты отличный боец, пошли на ринг. Так, ну что-то все очень плохо. Привет, Эль Прима, я слышал, ты отличный боец, погнали, смахнемся на арене. Все остальные писали уже слишком медленно. Сорян, чуваки, ну тут, походу, только из вас всех, только один проходит, это Феникс. Остальные если вот... Да, если что, не расстраивайтесь, чуваки, давайте скрин со мной замутим, скрин под конец, да, вот так, встали ко мне все, давайте. Поучаствовали, самый первый стол, зато самый первый ушли, да, не будете сидеть 3 часа, как другие... Вот, ну ничего страшного, чуваки, вы главное не расстраивайтесь, потому что, ну плохо написали, чуваки, медленно, либо с кучей ошибок, либо переиначили слова. Вот этот чувак сам первый написал, и самый грамотно написал, все прямо все расставил, все знаки препинания. Блин, молодец, как будто бы из головы уже знал, что я буду ну типа говорить, ну ты читер какой-то. Куда-нибудь посадить его, не знаю, в какую-нибудь отдельную комнату для элиты. Вот, а всем остальным не расстраивайтесь, если вы не проходите дальше, если не забывайте, что это всего лишь конкурс, и будут еще другие конкурсы, я еще сериалы не собираюсь заканчивать снимать, мне нравится снимать сериалы, у меня еще в планах несколько сериалов, кстати, некоторые даже счастливчики, которые сейчас здесь участвуют, возможно, попадут на новогодний сериал, у нас есть в планах, это еще не 100% инфа, возможно, его не будет, мы собираемся снять сериал новогодний, я собираюсь взять Лину и ТРСР и втроем снять тройной сериал, там будет, скорее всего, чат, а не голос, да. Вот, и там будет всего лишь 5 или 10 серий, то есть это чисто на январские каникулы. Вот, я планирую такую штуку замутить, если получится, то будет круто. Поэтому, возможно, кто-то из этих челиков даже сможет попасть не только на Бравл Старс, но еще и на этот короткий новогодний сериал. Вот, хорошо, давайте дальше отберем людей. Так, ну что, все готовы? Покивайте, если готовы, давайте кивайте. Я должен видеть, что все должны покивать, чтобы все меня слышат, да, все, все меня точно слышат, да. Хорошо, хорошо, хорошо. Следующая фраза. Бравлеры, помогите! На наш город снова напали эти сраные роботы! Если мы не поспешим, они здесь все разнесут! Вот такую вот фразу, подумал, будет неплохо, неплохо. Пока пишут. Так, ну пока Спанч Боб, вот видишь, ты Спанч Боба кикнул, он самым первым написал.
Правда, как он молодец. Написал, мне не очень нравится, но сейчас мы проверим. Бравлеры, помогите. Вот то, что мне не нравится, как люди так пишут, типа, знаете, не делают пробел после знака восклицания. Почему? Бравлеры, помогите, а наш город снова напали эти сраные роботы. Если мы не защитим его, они все разнесут. Почему-то здесь забыл слово. Бравлеры, вот следующий чувак написал, Кикоша. Бравлеры, помогите, а наш город снова напали сраные роботы. Если мы не защитим... Почему они пишут? Я сказал, защитим или поспешим? Я сказал, защитим, да? Да, они все здесь разнесут. Помогите, наш город снова напали сраные роботы. Если мы не защитим, они все здесь разнесут. Бравлеры, помогите, а наш город напали снова роботы. Снова напали, они напали снова роботы. Если не поспешим, нам конец. Ну вот первые два окей проходят. Третий чувак много слов пропустил, много слов переиначил. А потом четвертый чувак. Бравлеры, помогите, на наш город снова напали эти сраные роботы. Если мы не поспешим, они здесь все разнесут. Лаки Крафта тоже берем, нормально написал. Потом Ярик Спаун написал, бравлеры, помогите, у нас... Вот если бы он поставил бы нормальные знаки препинания, кстати, типа, бравлеры, помогите, это еще на место наш, нас. Он просто капсу написал, все так круто, как будто чувак реально кричит. Мне это понравилось. Ну да, дальше все остальные уже слишком медленно писали, сорян, чуваки. Но Ярик, блин, вот ты еще немножко, и, возможно, я бы тебя взял. Ну так, к сожалению, анонимус, прости, придется тебе отправиться в глубину интернета. Ладно, давайте скриншот делаем. Почему вы их баните, только не скриншот сделали, а? Вот, ну те, кто не успели, сорян, можно заново? Нет, заново нельзя, бро, заново нельзя. Всего один раз, если мы будем всех заново пробегать, это в два раза дольше будет. У нас не так много времени, мне сегодня нужно записать еще 15 видео записывать. Сегодня мне еще нужно, если мы будем все заново делать, то я не успею. А я еще хочу пройти прогуляться, чтобы подышать свежим воздухом, чтобы дома не прирасти к стулу. А то я такими темпами к 30 уже помру. Так, давайте, вы все готовы? Покивайте, если готовы. Кивает. Вот чувак один не кивает, я смотрю, вот этот вот не кивает, что-то. То еще, только покивайте все одно время, сильно кивайте, чтобы я видел. Все, вижу. Раз все готовы, значит, я начинаю придумывать предложение, сразу вам говорю, будьте готовы. Демастер, моего брата Рика похитили роботы. Помоги мне, пожалуйста, разобраться с этой проблемой. Я и не знаю, кого еще попросить. Ну, тут, конечно, можно было посильнее фразы придумать. Просто сложно на ходу все придумать, надо заранее все эти фразы придумывать. Так, ну, Даник 569 хоть написал первый, но увидите, что он написал. Поэтому, в принципе, скип сразу же. Потом написал Донни, Демастер, моего брата Рика похитило. Демастер, моего брата Рико похитило роботы. Помоги, пожалуйста, с этой проблемой. Я не знаю больше, у кого попросить. Нифига себе. Демастер, моего брата Рика похитили роботы. Помоги мне, пожалуйста, разобраться с этой проблемой. Тут понятно, чувак даже не дописал или дописал богане. А он не написал, я не знаю кого. Короче, ДДО не точно проходит. ДДООННИИ. Там были ошибки, но в целом более-менее почти все написал. Написал сам первый, если считать того чувака, который написал половину только. Третий чувак не дописал. Четвертый чувак не дописал. Пятый чувак, Демастер, моего брата Рика похитили робота, не знаю, кого просить, помоги мне, тоже не дописал. Шестой чувак, Демастер, моего брата Рика похитили роботы, помоги мне, не знаю, кого еще просить. Демастер, моего брата Рика похитили роботы, помоги мне, просто написал. Ну все, дальше не писать слишком медленно, еще... Не, чуваки, вы даже не можете... Давай еще текст вырвем. Какой еще текст, чувак? Я сказал фразу, вы даже не можете написать все слова, которые я говорю в этой фразе, все слова. Понимаете, скорость в среднем у людей там 350 символов в минуту. Максимальная скорость у людей 70, там 700-750 символов в минуту. Вы не можете просто написать, не знаю, два предложения. Что страшно? Так не бойтесь, боже мой, это ничего страшного нет. Вы не ЕГЭ сдаете, от этого не зависит вся ваша жизнь. Вы на кастинг можно прийти, и у меня вчера недавно был кастинг, сейчас кастинг. У меня за год уже было 20 кастингов. Сердце минус, ну ничего страшного, чувак. Значит, в следующий раз будет сердце плюс, как говорится. Давайте скриншотик замутим вообще, давайте, посмотрите сюда ближе. Ну ты вроде живой, так что все нормально, в следующий раз будешь еще живее. Тогда скриншотик делаем. Ничего страшного, ребятки, в следующий раз повезет. В следующий раз плюс сердце делай, понял? Мэмайн, плюс сердце делай. Поцелуй, да. Поцеловал тебя, парень. Давай, вот только пингвину не рассказывай, то он будет ревновать. Так, ну что, поехали. Значит, готовы все, покивали. Ну-ка быстро, прямо жестко покивали все. Все меня слышат. Отлично. Ты меня точно слышишь, ты? Да, ну все, хорошо. Так, что придумать? Какую фразу придумать? Да, какую-то надо фразочку придумать. Демастер, ты должен отдать мне долг, поэтому сегодня пойдем к метеориту и заберем оттуда все кристаллы. Так, ну первый, который написал не все, половину съел. Второй написал уже получше, я смотрю, там пытаюсь прочитать, просто чат улетает вверх. Демастер, ты должен отдать мне долг, поэтому пойдем сегодня к метеориту и заберем оттуда все кристаллы. Яранган один проходит.
Motion, Демастер, ты должен отдать мне долг. Слить начал какие-то ошибки. А поэтому мы сегодня пойдем к метеориту и заберем все кристаллы. Оттуда пропустил Motion, не знаю. Плоховато. Юраган точно проходит. Дальше Курашка написал. Демастер должен дать мне долг, поэтому пойдем к метеориту и заберем оттуда все кристаллы. Вроде бы написал, как бы... Демастер должен дать мне долг. Поэтому мы пропустил. Еще сегодня пропустил. Не знаю. Motion слишком много знаков восклицания. Вместо них лучше бы делал пробелы между словами. Пропустил еще пару слов. Не знаю. От Motion пропустить? Нет, все-таки Motion слабовато. Неплохо подготовился Motion. Считай, вот еще бы чуть-чуть. Вот Motion бы точно мог еще пройти. Возможно, мог бы пройти еще Куровка. Но у вас обоих прям вот у одного прям чуть-чуть не хватает Motion. У Курушки прямо... Еще чуть меньше не хватает. То есть ему там типа Motion был ближе, Курочка был чуть дальше, остальные слишком долго, либо вообще почти нет. Так, ну что, дорогие друзья, давайте-ка мы быстренько заскринимся. Демастер должен дать мне... Да, братан, ты прям вовремя это пишешь. Да, Motion, ну что ж, делаем скриншотик, хорош. Скриншотик делаем, дорогие друзья. Не расстраивайтесь, попытали удачу. В этот раз не получилось, в следующий раз подгоняйте. Спасибо, что дождались, спасибо, что были, спасибо, что приходили. Всего доброго, а мы отправляемся к следующей партии собирать 10 человек. Так, ну что ж, какой же текст мне придумать? А что, вы готовы вообще? Покивайте все, если готовы, прям жестко покивайте. Двое не кивают, а вот этот не кивает. Алло. Завис. А, он завис, понятно. Ты готов экстрим или что? Он очень меня слышит, экстрим. Все, хорошо, поехали. Демастер, можешь по два раза читать? Это сложно, да ладно, вы с первого раза должны все запомнить. Я же что, буду повторять вам на время записи. Так, хорошо. Поехали. Значит, фраза будет... Динамайк, смотри, какую штуку я тебе принес. Она стреляла, нужно ее починить. Простая фраза достаточно. Так, что, посмотрим, что написали чуваки. Первый чувак написал: Динамайк, смотри, какую я тебе штуку принес, надо ее починить. Понятно, бан. А, шутка. Сашка, новость. Динамайк, смотри, какую штуку я принес. Она стреляла, нужно ее починить. Так, Динамайк, смотри, какую штуку я принес. Она стреляла, нужно ее починить. Динамайк, смотри, какую штуку я тебе принес. Она стреляла, здесь не написали. Динамайк, смотри, какую штуку я тебе принес. Она должна стрелять. Динамайк, смотри, какую штуку я тебе принес, она стреляет, надо ее починить. Давайте возьмем Extreme XXL. Давай назад. Что-то я смотрю, ты поздно вообще написал. Хотя у вас там одно и то же время уже почти. Ну, первый более-менее... я с другой стороны... Я вот Сашка-то я знаю, просто я думаю. Ну да, Сашку можно, окей, взять Сашку, да, я думаю, можно. Я просто думал, Extreme XXL брать или не брать, но он просто очень поздно написал. Но с другой стороны, все, кто перед ним писали, кроме Сашки, написали так ужасно. Поэтому Extreme XXL еще проходит, все остальные уже там... Давайте скриншотик, ребят. Ребятки, ну не расстраивайтесь. А погоди, Z-термин, ты где-то написал? Динамайк, смотри, какую штуку я тебе принес, она должна стрелять. Ну ты неправильно написал, ты не дописал вообще, чувак. Ну все. В следующий раз напишешь, что такое, что ты хочешь. Он был уже актером, пишет. Ну все, какая разница, сейчас он фигово написал. И не знаю, смотрите, это такая логика. Приходит к кому-нибудь чувак, который раньше был крутым актером, снимался в фильмах, и он уже плохо играет, реально. И просит очень большой гонорар, ну грубо говоря. Кто будет его брать? Никто, лучше взять молодого, который берет мало, но отыгрывает лучше, правильно? Ага, логично. Брать только можно старых, только в том случае, если они, во-первых, популярны, до сих пор на волне, и типа отыгрывают хорошо свою роль. Да, можно ему еще больше заплатить. Экстрим XL прошел, да, экстрим вообще-то прошел. Сказал, кто опять экстриму заплатил? Самиклас, у тебя что там? Все, Самиклас, допните Самиклас, да, пожалуйста. Я же сказал... они не приходят туда, куда им надо. Да какая? Ну так ты уши-то свои открой, я своим ртом говорю, что нужно делать. Почему ты уши-то свои закрываешь? Так, ладно, давайте попробуем с вами текст. Вы все готовы, все меня слышат, только покивайте, чтобы я видел, что вы слышите меня. Покивайте, все, вижу, слышат. Хорошо. Фраза будет у нас сегодня такой. Я не продам тебе за 36 гемов эту пушку. Она стоит минимум в 2 раза дороже. Тебе за 36 гемов, вот этот мурзашка проходит стопудово. Я не продам тебе за 36 гемов эту пушку. Так, она стоит минимум в 2 раза дороже. Ну, в принципе, правильно написал. Ну давайте, Flare Me тоже пусть проходит. Я продам тебе за 36 гемов эту пушку, она стоит минимум в 2 раза дороже. Да, Zeos 386 тоже достаточно быстро написал. И вот дальше уже чуваки либо слишком долго, но вот Акуленок, он, я думал еще его взять как четвертого, но у него там есть ошибки некоторые. Во-первых, пробел не поставил, минимус написал. Вот, ну-ка.
короче, есть, да. Но, чуваки, остальные вы слишком долго писали. Да я понимаю. Да не, ребят, на самом деле, реально, не расстраивайтесь. Типа, вы думаете, я хочу вас обидеть? Вы думаете, я мог вообще бы не проводить эти кастинги и брать людей чисто из Тинспика там из набора на съемки? Я понимаю, что у вас сердце бьется. Короче, рассказываю историю. Недавно играл в мафию. Был мафией. Короче, со мной в команде черные игроки, ну то есть мафиозники, это пони. Вот, я пони Аид в мафии. И, короче, Мишаня, ну, варфейсер такой, раньше варфейс снимал, ютубер. Мишаня, короче, он детектив. Он проверяет Аида, гонит на него, проверяет пони. Пони был Доном, Дон его проверил. Вот, а он проверил пони. И, короче, вся суть в том, то, что Аида мы следили днем, потому что он реально херово говорил. Мы Аида выставили, я типа, сам за него топил, потому что ну, очевидно было, что он черный игрок. И он, короче, Мишаня вскрывается и говорит, что я у него проверенный черный, и пони проверенный черный, но меня он не проверял, как оказалось потом. Я пишу только пони, ну все, снимай шляпу, мы проиграли. Он говорит, пофиг, давай поиграем. Вот, но Мишаня скрылся неуверенно комиссаром. И мы на комиссарство скинули другого чувака. Типа, говорю, мы думаем, что комиссар другой. И, короче, дотянулись игру до конца и почти выиграли. Там под конец я немного заруинил, нужно было Амалия убить, а я убил Дашу, надо было Амалию убивать. Вот, ну короче, почти выиграли. Хотя нас двоих уже спалили, должны были убивать по предлагам комиссара, но мы выстрелили его как фейк комиссара, было круто. Да, у меня тоже било сердце. Но я играл до конца, и я почти выиграл. Но я тоже не смог выиграть, поэтому не расстраивайтесь, короче, я не знаю, к чему эту историю рассказал, короче, ставьте лайки, да. Скинь делайте, да. Вот это прям замечательный байт на лайки. Да, ставьте лайки, может, в следующий раз я выиграю благодаря вашим лайкам, а? Да не, просто, понимаете, Аид, я думал, у меня такая крутая команда попалась, пони, Аид, я думаю, все, проиграть почти невозможно, мафию мы выиграем. И, короче, у Аида первая речь. А всем привет, ребята, короче, я там начинаю как будто бы летсплей записывать. Я такой, ааа, типа, такое палево, и, короче, со всеми играет, черных у него почти нет, купил руки. Думаю, нулевой круг, братан, ты можешь так жестко не палиться. Ну да, ладно. Хотя Даид очень хорошо играет мафию, мне типа нравится, как он играет. Вот, но в ту игру, именно в ту игру он решил подрубить. Ну что ж, ребятки, давайте. Все, а я не слышал, Вася, лорд, погоди, лорд, ты написал, во-первых, уже после чувака. А, ну ты вообще написал после двух чуваков, которые написали, в принципе, как ты. Ну, тем более, ты еще написал без знаков препинания, так что, лорд, прости, давай в следующий раз. Потренируйся еще. Я под конец его ударил, я его ударил, звук ударил, в это время бан. Это называется бан-шлеп. Так, ну что ж, первый ролик получился уже 30 минут, все-таки придется делать два ролика, потому что у нас еще не было полуфинала, а как видите, еще осталось куча игроков, поэтому если хотите узнать, что будет дальше, дорогие друзья, то ставьте ваши лайки, подписывайтесь на мой канал, с вами был я, ютубер Демайстер, всем удачи, всем пока-пока, это был кастинг, первая серия.